Здорово! О-о-о! Хорошо ты постарался, Арсё Тёмов-Тухович. Замечательно вообще все получилось. Вот, держи, 4 подарочка. Это сладкие подарки, это твоим друзьям. А вот тебе секретный подарочек за то, что ты так хорошо постарался. Да, спасибо. А что там в этой коробочке секретной, которую вы мне дали? А это такой сюрприз, такой сюрприз. Ты его откроешь, и при помощи этого предмета, который там будет, ты станешь всемогущим просто. Сейчас, короче, сам откроешь дома, может быть, и увидишь. Ладно, спасибо, Дедушка Мороз, и спасибо вам, аплодисменты. Короче, все, я пошел, всем пока. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. О, всем привет, ребят. Короче, простите, что сразу это не представился. Я просто, вы видели, был на концерте, там играл Джингл Беллс на электрогитаре. А видите, там на сцену вышел Дед Мороз и подарил мне, короче, 4 подарочка. Но это на самом деле не мне, то есть, а моим друзьям. А вот мой секретный подарочек за то, что как я постарался хорошо. Только я не знаю, что там, но сейчас пойдемте ко мне домой в Симферополь и все узнаем. Поехали. Привет, пацаны! Все, я вернулся со своего концерта. Нам тут Дед Мороз подарочки подарил. О, привет, Артём! Да, наконец-то, мы тебя уже заждались. Чё там, выступил на своем концерте? Какие подарочки дали? Ой, да стойте уже, дайте человеку сказать. Да, короче, все, я выступил на своем концерте. Вот, держите вам 4 подарочка. Дед Мороз передал вам такие сладкие подарки. О, спасибо! Пойдемте их открывать. Блин, какие же все-таки вкусные конфеты. А ты чё, Артём, не открываешь свой подарок? Да я думаю, чё там может такого быть, если Дед Мороз вам передал сладкие подарки, а мне какую-то коробку. Вот я все-таки думаю, что там может такого быть, потому что он сказал, при помощи этого предмета, что там лежит, станет, точнее, сделает меня всемогущим. Ну так открывай, поскорее увидим, что там такое. Ладно. Ух ты! Это же блок флейта! Вы видели такую, пацаны? Да, видели. Прикольная. Слушай, а в чем мне такого интересного всемогущего? Даже не знаю. Флейта как флейта. А-а-а! А? Это что сейчас было? Я не знаю, Артём, что ты сделал вообще? Я не знаю, я просто повернул флейту на тебя, дунул в нее, и ты взлетел. Ну-ка, Артём, сделай это еще раз. А, я лечу! Нифига себе, походу флейта реально волшебная. Так, я что-то не понял. Пацаны, вы еще что, даже еще елку даже не нарядили? Мы ее только вчера поставили, а вы ее еще и не нарядили? Эх, ну вы совсем. Ну, попробую что-нибудь, может, сделать. Может быть, флейта поможет? Ух ты, здорово! Елочка нарядилась, какая она красивая стала. Спасибо тебе, флейта. Вот, походу, реально флейта волшебная. Не то что вы, блин, пацаны. Я ж вам вчера еще просил елку нарядить, а вы ее так и не нарядили. Ну ладно, хорошо, что флейта помогла. Прикольно. Слушайте, пацаны, а завтра на рыбалку пойдем. Ты че, вообще-то прорубь сейчас замерз. А мы проломим там дырку, и все, ловись, рыбка. Стас, ну ты чё, совсем? Рыбы же зимой спят. А может быть, Артём нам поможет? У него же есть эта волшебная флейта, которая может поднимать людей, наверное, и предметы в воздух. Может быть, он подует туда, и рыбу, может быть, какую-то поймает, вытащит нам. Ха! Логично, реально. Ну хорошо, пойдем.
Во, пришли на рыбалку. Прорубь, короче, красивый тут. Ну, правда, он замерз, конечно. Ну, давай, Артём, слушай, отдай мне свою флейту. Ну, я не могу тебе просто её дать, она волшебная, но... Ну, ладно, ты как другу держи. А, щука! Блин, помоги, Китя, что такое, щука? Пацаны, что делать? Мы щуку поймали, что делать? Стаса же сейчас щука это сожрет. Мы не знаем, может флейта поможет, попробуй зажать ее в руках. Хорошо, сейчас попробую. Ого, огонь образовался, иди сюда, щука. О, спасибо, Артём, как ты это сделал? О, флейта что, может еще пускать огонь? Походу, да. Постойте, сюда какие-то типы идут. А, вы кто? А, вы же, это же вы? Ха, ну да, что, не ожидал нас увидеть, Артём Автухович? Артём, кто это? Пацаны, вы что, о них никогда не слышали? Это же те самые типы, маньяки-убийцы, которые постоянно тусуются у себя там ночью, наверное, да? Мы тут услышали то, что у тебя тут какая-то флейта волшебная есть, я не ошибся? А, я не знаю, что делать! Ха, вас сдуло! О нет, они возвращаются! Значит, я точно не ошибся, что она у тебя волшебная, но то, что ты сейчас сделал, мы тебе это не простим. А, что теперь делать? Я попробую все дырочки зажать и дунуть. А, какого? Бежим! А ну, стопэ, все, у меня меч, я вас сейчас уничтожу. Опачки, кажется, у кого-то меч перестал действовать. До свидания. Ха, ну все, теперь ты от нас точно не убежишь. Я не знаю, что делать, просто получи! Стоп, 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 стоп! Вы что, от меня хотите? А, ну ладно. Надеюсь, что не наступит старый год, потому что это всего лишь год.